Check the mic and make sure it sound right, boys. Национальная сборная Армении под руководством Хоакина Капароса провела предматчевую тренировку на стадионе Лаугардалсвур в Рейкьявике в рамках подготовки к игре с командой Исландии. 8 октября сборная Армении проведет на выезде матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года с командой Исландии. 11 октября подопечные Капароса сыграют в Бухаресте с Румынией. После 6 туров подопечные Хоакина Капароса занимают второе место в отборочной группе J, имея в своем активе 11 очков и уступая 4 очка команде Германии. Исландия полностью отдается игре. Качества этой команды проявились еще в первой игре. Относимся к сопернику со всем уважением. Если мы будем на высоте и нам улыбнется фортуна, мы сможем добиться успеха. Довольно долго Федерация футбола работала с тем, чтобы Силараян присоединился к команде. Он может поделиться своим опытом, что крайне важно, однако работать должны все, только так команда добьется успеха. Так что не собираемся держать Лукаса под прессом. У меня прекрасные впечатления, меня замечательно приняли. Чисто футбольные впечатления также прекрасны. Дай бог, чтобы я смог помочь команде. Мне повезло, я владею английским и могу общаться с товарищами по команде. Думаю, нам удастся наладить хорошее сотрудничество с Мхитаряном. Я только недавно начал интересоваться историей Армении. Знаю, что армяне умеют объединяться и бороться. А нам остается ждать до вечера и насладиться игрой наших парней.